Здравствуйте! Мы на гастролях. На сей раз мы в Екатеринбурге. По сложившейся традиции, наш дружный, замечательный коллектив хора вдохновения приехал на ежегодное выездное мероприятие. В этом году Екатеринбург, Евразия Контакт. Сначала у нас будет концерт в музее изобразительных искусств для жителей города, а дальше держите за нас кулаки, конкурсная программа. У нас тут замечательно, и погода хорошая, и отель прекрасный, и сами мы удались. Так что все будет хорошо. Мальчики, все четверо. А вот там шумит известный всем в Екатеринбурге плотинка.
Репетиции перед конкурсом. Будьте внимательны, не орите, как резаные. Тут должно быть, я не знаю, там с какой-то страстью или еще с чем-то, но не с бешеным криком. Девочки, с нами сейчас только вступите.
концерты, отработав по полностью программу, сегодня собираемся на экскурсии. Сегодня свободный день, поэтому будем отдыхать и расслабляться. Сегодня мы посмотрим центр нашего города, улицы, площади, памятники, старинные особняки. Где-то будем выходить. Погода хорошая, погуляем, конечно, с вами. Гостиница есть. То есть это 30-е годы, это Динамо. Круглая красная крыша, в глубине жилые дома и пустырь. Вот этот пустырь компания УГМК тоже будет перестраивать, возводить. Там была у нас мельница, и буквально вот год назад здание старое убрали. Вот в августе 2023 года. Здесь колодец 2,5 метра, снабжен теплой гидроизоляцией. В него опущен металлический цилиндр, запаяно все естественно. А в цилиндре документы, рассказывающие о том городе 1973 года. Газеты и журналы того времени, документы какие-то, фильм сняли. Мы вместе с фильмом опустили проектор. А вдруг в 2023 году техника будет другая, как тот старый фильм посмотреть. Да. И еще, конечно, письмо Свердловчанам 21 века. Река и сеть вытекает, она за вашей спиной. Мы вот здесь спустились и примерно здесь находимся. Справа и слева стояли цеха железоделательного завода. Плотинка. Солнышко радует, получается. Good afternoon, ladies and gentlemen.